Для того, чтобы ваши детали после раскроя не приобрели вот такой растрепанный вид, необходима ткань перед раскроем проклеить клеевым материалом. Для этого мы складываем ткань пополам и сгиб укладываем таким образом вдоль, параллельно вдоль края стола с одной стороны и с другой стороны. Затем мы прикладываем утюг к центру, перемещаемся вверх и вниз, влево и вправо. И таким образом мы перемещаемся по всей длине ткани, а потом ткань переворачиваем другой стороной и повторяем заново.